Всем привет! Рад видеть всех на своем канале. Сегодня прекрасная свежая погода у нас в Новосибирске. И еду я на левый берег, в Ленинский район, в сторону Новомарусина. Очень давно там не был. Возможно, кому-то будет интересно побывать на небольшой экскурсии в этом месте, поэтому сейчас все будет. Я еду по проспекту Димитрова. Это самый центр города Новосибирска. Вот здесь перекресток улицы Ленина и проспекта Димитрова. Направо, прям вокзал Новосибирск главный, буквально в 10 минутах, не спеша, если идти, то минут 10 ходьбы будет. Естественно, в прошлом видео вы могли заметить, что я помыл машину. И, как всегда это бывает, когда я помою машину, в Новосибирске налаживается погода. Вот такая. Так что, вот так. Как-то так. Были сухие, хорошие денечки. И смотрю, все намылись, ездят чистые. Мне тоже захотелось на чистой машине, думаю, помою. Заехал, намылся, и все. И теперь буду не на чистой машине. Своему несчастью, уже говорил я в одном из прошлых видео, что я залил бензина на «Газпромнефти». Теперь стараюсь его выездить, 95-й этот бензин, потому что машина, короче, пинается, блин, как-то, не знаю, ведет себя не очень. Больше я туда не ногой, даже если бензина не будет, никогда туда не заеду. Сейчас немного размотаю, да залью на своей любимой заправке бензин. Такая козья тропка ведет в сторону Новомарусина. Я уже ездил по этой дороге в сторону Затона. Еще раз скажу, что смотрите, какая шикарная
дорога стала, асфальт тут сделали. Если вы давно тут не были, то, ну, кто-то, если ездил сюда очень давно, я думаю, вы помните, какая здесь была дорога ужасная. Сейчас можно просто ехать и смотреть по сторонам на живописные виды промзоны. Водитель на Мерседесе едет передо мной, ни разу не включил поворотник, вообще ни разу, нигде. Не учили его это делать в школе, в автошколе. Но если он там учился, может, права купил где-нибудь в одной из ближних наших теплых стран и переехал сюда со своими правами. Я не знаю, что это за предприятие слева. Кто более подкованный в этом плане, пожалуйста, напишите в комментариях. Но летом здесь постоянно какая-то ужасная отсюда пыль идет. Что там такое? Бедные жители частных домов этих близлежащих. Сейчас-то еще ничего. А летом, когда особенно здесь дороги не было хорошие, здесь такая пыль стояла столбом, это нереально просто. Я представляю, какие у них огороды, все в пыли, все, что они выращивали, это все в пыли. Ну, дорогу сделали, наверное, сейчас тут стало получше, я надеюсь. На этом перекрестке есть поворотик налево, это в сторону второй станционной, можно выехать в сторону аэропорта Толмачева, ну а мне надо направо. И как видите, да, водитель этого чудесного Мерседеса поворотник не включает нигде. О, а у него не горит лампочка, кстати, смотрите, сзади. Вообще фонарь, горит маленькая лампочка вот сбоку. Ясно теперь. Он его включает, но он не работает. Да, на Мерседесе едет мужчина восточной, или как сказать, азиатской внешности. Я практически приехал, мне единственное, что надо поехать дальше и развернуться. Мне слева надо вот этот же массивчик. Поворота налево тут нет, нарушать я не люблю. Поэтому на вот этом кольце есть разворот, довольно-таки комфортный, где можно развернуться.
Вот и все. Вот такую студию мне предложили в работу. Люди купили в этом месте. Вот в этом. Вот. Для такого дома, я вам скажу, очень шикарные лифты здесь. Вот такой микрорайончик. Ну, можно сказать, что уютный. В принципе, да, чисто, все тут хорошо. Но место дыра дырой. Это как раз тот момент, когда я, бывает, говорю в видео, что клиенты покупают квартиры, не местные люди с Хабаровска. Их сюда привезли риэлтора, да? Говорит, смотрите, как тут все красиво на машине. Выбрали время без пробок, чтобы быстро доехать до Маркса, чуть ли тут не 15 минут езды. Вот. И как бы люди пожили здесь совсем недолгое время и поняли, что... Ну, не то. Человек, как бы, лет 40, возраст, ну, возможно, пенсионерам или еще кому-либо тут нормально, да, выйти тихо, спокойно, магазины все есть. Но молодому человеку, в принципе, 40 лет, если активно, как я, допустим, человек, да, ну, активный, и спортом занимаешься, и где-то ходишь там прогуляться, ну, это дыра, ребят, это дыра. Жить тут нельзя. Но зато тут самое дешевое жилье в городе. На что, как бы, люди и купились. Такие дела. Бывает проще немножко доплатить сотен пять, взять ипотеку, где-то что-то, ну, можно придумать, но купить квартиру немножко в другом месте, которая будет вас, ну, поверьте, радовать немножко, ну, ну, не так, как здесь. Здесь просто не уехать, не приехать, особенно без машины. Просто печалька. Естественно, застройщик, он вынужден, ну, благоустройство какое-то делать, да, вон школы, сады, потому что если бы этого не делали, вот детские площадки, то тут бы даром никто не покупал ничего, потому что и маршрутки запустили сюда, да, транспорт ходит. Без этого тут бы было гиблое место. Вот. Ну, а я еду сейчас в любимый центр, где есть все, где нет такого дискомфорта. А, ну, опять же, есть клиенты, есть люди, которым центр тоже даром не нужен. Вот этот движняк, шум там в 12 ночи, машины ездят. Здесь уже после 10 уже все. Спальный тихий район. Есть и свои плюсы, я не буду спорить, так что можете в комментариях там не бомбить, я все это знаю. Есть тут и плюсы, есть тут и минусы. Так же, как и в центре. Но для меня все минусы перекрывают все возможные, которые тут только могут быть плюсы. Поэтому смотрите сами, решайте сами. Район Дивногорский, Новомарусино. Это вот все тут, в этой стороне. Вот оно, вот так все это выглядит. Уезжаем из этого прекрасного места. Уезжаем. Радует то, что дорогу сделали. Тут дорога тоже была такая ужасненькая, страшная.
заправку снесли, смотрите, тут нет заправки теперь. Какая-то была Янтарь, что ли, или это будет теперь Газпром? Ничего не пойму. Делается ремонт, наверное. Тихо, тихо, тихо. Чероки. Это Газпромовская вроде стоит. Димитровский мост. Проезжаю на правый берег, в центр. Еду над рекой Обь. Мост, как всегда, разбит. Ну, как разбит? Весь в горбах, заплатках. Поэтому и трясет тут. Камреха не едет совсем, блин. Не шевелится. Вот он и центр. Проспект Димитрова. Родненький центр. Это был проспект Димитрова. Сейчас я на площади Кондратюка. Поворачиваю на улицу Нарымскую. Говорю это для подписчиков, которые бывает просят, поправляют, что я не называю улицы, где еду. Вот она, улица Нарымская. Самое начало улицы Нарымской. По пути на светофорах управляюсь, делать фотографии для нашей группы в Телеграме подписчикам. Смотрите, какой ржавый залатанный троллейбус не едет почему-то, блин. Хоть бы аварийку включил-то, а? Сарай. Ну вот я и в центре. Улица Гоголя. Подъезжаю к Красному проспекту. И сейчас у меня здесь показик. Недалеко. Всем привет, это уже другой день.
хочу показать еще вот такую золотую осень в Новосибирске. Да, это я нахожусь в самом-самом центре города. Район маршала Покрышкина. Встречался тут с людьми. Вот такие есть места в центре. Не только красота, как на вокзальной магистрали или площади Ленина. Как и в любом другом, даже курортном, красивом городе, вы можете отойти от центральных улиц куда-нибудь вглубь и увидеть много чего интересного, а то и неинтересного. Вот. Как видите, у нас уже деревья все пустые. А то наша уважаемая подписчица из Казахстана Василиса сбрасывает фотографии в группу в Телеграм. А в Казахстане еще, ну, лето, зелень и все такое. У нас уже все, уже не лето и не зелень. Уже вон, только рябина дожидается морозов, чтобы не быть горькой, да? Подмерзнуть, и птички будут ее клевать в мороз. Ничего себе, кто-то, смотрите, не поленился. Какую избушку смастерил для птиц. Огромную. Прибили к дереву. Ну, на этом буду заканчивать свое видео. Как всегда, всем спасибо за просмотр. Жду хороших комментариев, вопросов. Всем пока.